Всем привет! Для любителей XP-DAOS представляем экономный вариант самого XP-DAOS. То есть можно превратить сами наушники в блок, совсем недорого, так скажем. В данном случае у нас наушники VS4, как видим. Можно их просто снимать. Здесь вот есть у нас уши, мы выбираем часть, которая снимается, и вот снимаем наушник. То есть получается у нас наушник отсоединен от динамика, вот здесь два динамика, понятно, да? Остается лишь один наушник. Что мы можем сделать с этим блочком? Этот блочок полноценно работает, то есть как бы настроен уже в данном случае под катушку. Кстати, прошу заметить, тут есть голограммка, это оригинальный прибор. Если такой голограммки нету, это неофициальная продукция, которая не поддерживается в Украине сервисными центрами. Вот, но не об этом сегодня. Есть у нас вот такой переходник, в народе называется рогатка. Есть два контакта, которые ложатся вот здесь на два контакта. Мы их защелкиваем. Плотно, аккуратно смотрите, чтобы зашло все. Идет защелка, все ровно. Есть такая вот резиновая кожура на XP-DAOS. Как видим, крепление на штангу, ничем не отличается от блочного. Вот она полностью резиновая. То есть берем вот этот непосредственно аксессуар с наушниками VS4, встраиваем. Здесь вот есть специальное отверстие под наушник. То есть оно довольно легко встраивается. Все, вот зашло. Все прекрасно, все хорошо. Так, зашло. Здесь мы видим выход под наушники. Немного неровно, но это можно как бы подровнять, прокрутить моменты. Оно выходит. В данном случае вот оно защелкнулось, все стало. Есть аксессуар под наушники. Дальше что мы делаем? Так, есть подключение. Вот мы подключаем наушник. Как слышим через наушник, уже слышно какой-никакой звук. Вот берем монетку, динарий римский в данном случае. Ну и само собой, как мы видим, получается здесь работает VDI-число. Вот в принципе, что может помочь. Дальше берем непосредственно сам прибор XP-DAOS и просто устанавливаем на него наушник. И вот у вас выходит вот такая вещь. Ну, в принципе, все. Всем спасибо за внимание. И до следующих встреч. The reason I breathe.